Добрый день. Третья серия, 5 сентября 2022 год. Ну, я историю свою рассказал, да, что была проблема с суставами 7 лет назад. Не мог поднять ведро воды, а сейчас вот таскаю вот такие объемы, занимаюсь покосом профессионально травы, да, большими объемами. Заказ у меня с Суворовским училищем, с летним лагерем, 1020 соток. В том году 5 месяцев, в этом году получается уже 4 смены за 49 суток. За 4 смены 12 дней, там 16, трое суток, вот 18 был, да, 1322 сотки скосил вот в этом году, в 2022. Ну и частные заказы там на коттеджах, приусадебные участки, дальневосточные гектары, управляющие компании, дачи. И вот сейчас еду работать в Красный Яр, у друзей доканчивать участок, покажу, да, вчера показывал. И я на своем YouTube-канале показываю, как я работаю физически, да, делом показываю, как я восстановил БАДами компании Full Life Research, сайт 4lifedv.ru, 4life.com, свои суставы, да. Руки до конца не сжимаются, но я все делаю. И вот сейчас покажу видео, жена снимет, как я вот при помощи веревки заношу вот эти 50-литровые бачки, ну, в дом, да, чтобы перелить там уже в большие емкости пищевые. Вот как бы так. Цель видео, ну, для вашей пользы. Мы-то выигрыши, мы-то получили здоровье уже, да. Ну, может быть, вам это надо, там, для детишек, чтобы был детский смех. Для стареньких родителей, чтобы была в доме родительская мудрость. Верные друзья, чтобы были перспективы, чтобы было здоровье. Чтобы были деньги, несколько источников дохода, с разных источников дохода, да. Но для этого надо хорошее здоровье, для этого хорошее настроение надо, для этого надо хорошие мысли, хорошие идеи. Поэтому, если я вам пригожусь, вот, просто могу как идея, да, на моем YouTube-канале, я по первому образованию техник-пчеловод, подмечаю в природе всякие интересные вещи с насекомыми, с животными, с птицами, да. Вот, интересный YouTube-канал. Но и чтобы вам это было не только интересно, но и полезно. Значит, что можно предложить на расстоянии? Ну, навскидку, это возможности компаний, которые работают по системе сетевого маркетинга. О самом главном, о здоровье. Я вот структурировал информацию по здоровью. Я считаю, что вот прямо если со всех сторон посмотреть, это называется критерии выбора компании, то это компания 4Life. dv.ru сайт дальневосточный, 4life.com сайт международный. 4life.com международный сайт. Если что, смотрите мой YouTube канал, там 1400 видео. Раньше просто я словом это все нес, там в белой рубашке, в галстуках собирал большие презентации, работал на зал, даже в школе милиции читал лекцию на 200 человек, курсу в учебных заведениях, сначала педсовету сдавал экзамен преподавателям, потом меня до студентов допускали в больших коллективах, на заводах. Но слов много, а результата мало. Поэтому, ну, мы группу создали, вот по парфюмерии 980 человек в 11 уровнях, в первом уровне 150 человек. По здоровью, допустим, 28 человек, даже два медика подключились. Татьяна Николаевна Кузнецова, врач-онколог Уссурийского района, Михайловского района, Уссурийского района, и врач-терапевт Манченко Надежда Семеновна. Вот, помогли очень многим людям, которые были прооперированы в Южной Корее, в Израиле. Но так, чтобы это было как бизнес, нет, помощь людям получается. Хотелось бы, конечно, для этого надо товарооборот, для этого надо выполнять квалификационные объемы. Поэтому вот записываю это видео, может быть, это вас привлечет. Может быть, у вас есть потребность в здоровье. Ну, как это происходит? Сначала по здоровью проблема, дай бог всем здоровья, да, ее решаешь. Потом не можешь об этом молчать, просто от чистого сердца это говоришь людям. Потом, допустим, накапливаются какие-то кэшбэки, и компания начинает тебя благодарить. Ты можешь продукцию заказать на эту сумму, а можешь, ну, деньгами получить, да. И получается, ну, выполнив определенные моменты, да, там ИП, там, или самозанятые, ну, сейчас же все штрих-коды, да, где продан продукт, как продан продукт, да. Это раньше вот можно было деньгами просто получить. Сейчас, ну, юридические документы требуются, это нормально. Это во всех компаниях, которые работают легально, прозрачно, да. Это я сразу говорю. Поэтому первый шаг рассчитываем на продукцию, но она реально помогает.
Ну а второй шаг уже, когда выйти на нормальные объемы, можно и зарегистрироваться официально, платить налоги и жить-поживать, добра наживать и зарабатывать в международном бизнесе Full Life Research хорошие достойные деньги. У меня есть хороший наглядный пример моих наставников. У них они помогли очень большому количеству людей. Очень большому количеству людей. И не просто помогли, они научили людей помогать другим людям, обучать других людей. А те люди научили научать других людей. Построили очень глубокую, широкую, в ширину, в глубину, географически очень большую сеть в разных странах. Вознаграждение больше 1 000 000 рублей. Поэтому есть наглядный пример. Это все стабильно. 22 года в 80 странах мира. Я за 26 лет разными компаниями занимался, проектами занимался, велся на всякие там авантюры, думаю, а вдруг это мое, вдруг это мое. Поэтому колоссальный опыт и успешных результатов, и ошибок. Поэтому, друзья, будем партнерами, если подойдем друг к другу по духу, по характеру. Плюс 7-924-123-24-44 с WhatsApp, с Telegram, Стороженко Владимир. Плюс 7-914-974-45-45. Это голосом кнопочный телефон для тайги. Шишкуем мы по сезону. Елку пилим иногда новогоднюю. Ну, не знаю, сейчас больше уже елку, наверное, не буду пилить. Вот. И червя морского ловим в ноябре месяце. Вот на трассе. Видели, машины стоят, продаем. И покосом профессионально занимаюсь. Ну и, конечно, в голове 26 лет в сетевом маркетинге. Это контакты с людьми, понимаете. Вот я сейчас нес вот эти бачки, и ребята из ГАИ, да, у нас вон просто заасфальтировали дорогу, классно, смотрите, как классно заасфальтировали дорогу, да, и ребята пост поставили. Ну, мы пожелали друг другу доброго утра, они говорят, а как назад? Я говорю, да, по щучьему велению. Вот девушка сейчас красивая на микроавтобусе подъедет, повезет меня косить ее участок. Вот, ну пошутили, и я сразу, конечно, испытал свой шанс. Контакт с людьми, при покосе, при сборе березового сока, там, на... Где бываешь? В поезде, в самолете, в Сбербанке, на улице, везде, таксисты, везде. Кто вам неравнодушен? Видите человека с умными глазами, у которого нормальные семейные ценности, да, который стремится жить нормально, семью кормить, много работает, да, не лентяй. Вот, пожалуйста, делаешь предложение. Конечно, не сразу это все откликается, И мне это дошло, шея длинная, резьба мелкая, через 6 лет. Поэтому я нормально отношусь, с пониманием. У каждого свой срок созреть. Ну, вот как-то так. Ну, все, сейчас за мной уже подъедут. Смотрите мой YouTube-канал, там более 1400 видео. Сейчас покажу, как я 50-литровые бачки заношу домой на веревке. Потому что руки, видите, не сгибаются. Руки слабоватые, пальцы. Но я уже знаю, как взять, за что взять, там, подручные средства. Вот. Ну, самое главное, целеустремленность, вера, самомотивация. Поэтому, друзья, день начался прекрасно, с хороших мыслей, с хороших встреч вот с ребятами из ГАИ. Вот сейчас поеду работать, косить, новые встречи, потом коттедж, вот тоже там хороший коттедж, там голубые елочки, покажу шикарные елки голубые, там ветки поднимаешь, мохнатые такие, прокасываешь, там постоянные клиенты ждут. Так что все здорово. Живем, работаем. Вот. Желаю, чтобы в ваших семьях был детский смех, родительская мудрость, перспективы во всех сферах жизни, верные друзья и резидуальный остаточный доход с разных источников дохода. Ну, а я, если вам интересно здоровье, приглашаю в компанию Full Life Research, 4life.com сайт, или если красота, вот сегодня побрызгался парфюмерией приятной такой, плюс 7, lambre.ru, парфюмерно-косметическая компания, тоже больше 20 лет на рынке. Вот, надежное. Звоните. Может быть, у вас есть что-то надежное предложить, вы чем-то занимаетесь. Обсудим, друзья. Открыть для предложений. Вот, денежка нужна всем, если это все разумно. Посотрудничаем. Помогай Бог.